Ты, сука. Павла. О. Здорово. Селедочки не хотите? А? Селедочки. Холодец. Я? Я жру. Привет, Новосибирск. Я тут орать сильно не буду, меня там слышно, нет? Дали какой наборчик? Холодец, тут оливье, какой-то крабовый, картошечка, селедочка, блядь. Хлеб черный. Но это я не буду. Ебучее масло, блядь. Приятного аппетита, Фафом. Да дети тут что-то бегают, кричат. Похуй на них. Нет, я не отжигаю, я просто зашел поесть. Я в елки-палки зашел, в Коламбусе. Ксюха уже третий час ходит, шмотки все смотрит. Я уже за это время записал видео, ответы на вопросы. Сидел там в машине, записывал. Но записывал, потом пошел погулял, сейчас пришел пожрать. Да-да, белки. Вот, так что, если вы не против, я пожру. Селедочки. Я всегда ем. Ну теперь трансляции, как у Сереги Миронова с Дашей, они все время тоже жрут на трансляции. Теперь я тоже. Спасибо. Что-то, сука, картошка не соленая. Бэй, блядь. Морс. На мой взгляд, с утра лучше протеин, не быть сам. Полноценно, как бы, белочку лучше закинуть. Я считаю, что протеин, сыворотка с утра, перед завтраком охуенно сыворотку выпить. Она очень быстро дает аминокислоты в кровь и полноценный состав. Вот. А зачем переводить деньги на ветер, ЭБЦА, аминки? Денег стоит это все больше, чем протеин. Грамм 10 креатина надо в день. Не после тренировки, а в день. Я вам открою секрет, я вчера не тренировался. Я что-то вчера там заработался, так я из клуба в 4 часа ночи уехал. Работы много было всякой. Вот. Я вчера не тренировался. Чё ем? В ёлки-палки чё навалил, то и ем. Гуринов смотрит? Да ладно. Слава смотрит. Слава тогда скажет, молодец. Ест Ваня. Набирает. Он тарелку какую навалил. Почему расслабиться? Я и вчера, кстати, здесь был. Тоже наебанул тарелочку. Я всегда расслабляюсь. Мне ничего не мешает. Я бы на самом деле не делил креатин на два раза. Он же накапливается в мышцах. Поэтому смысла нет его пить до, после, делить. Он со временем накапливается, поэтому пейте в первой половине дня там по 10 грамм. Поверьте, разницы не будет. Что вы будете делить, что не делить, разницы не будет.
Да-да-да. В перископе всегда что-то. А когда еще записывать? Так сел пожрать, включил. Удобно. А пока чем-то занимаешься, некогда включать перископ. Смешно кушаю. Почему смешно? На сушке. Но я думаю, в первую половину сушки можно. А в более ответственный период перед соревнованиями его надо убрать. Хлеб ем. В тарелке телега из елки-палки. Чего-то только нету. И холодец, и картошка, и салат, и свекла, и селедка. Ксюха, кстати, здесь где-то лазит по магазинам. Уже третий час. Да блин, я же говорю про креатин. Похуй, когда его пить. Углеводы не считаю. Сколько влезло, столько и запихнул. У нас дела отлично. Ксюха пошла себе подарки покупать. Мы вчера подарок не купили. Решили сделать по-другому. Короче, просто сколько надо? На, пожалуйста, иди покупай, что хочешь. Самый, наверное, лучший подарок. Дал денег, она пошла себе накупила, что захотела. Но цветочки я все равно подарил. Прям в клуб привезли ночью. Так что вот так. Так что я не совсем подонок еще. Да, Ксюха так и говорил, лучше ее подарок это я. А еще лучший подарок это когда твой подарок еще даст денег на шмотки. Это вообще супер подарок. Не знаю, она здесь лазит где-то по торговому центру. Сейчас посмотрим, что она там, каких она подарков от меня себе надарила. Время 9 часов. Сколько жму, все жму. Картошечка. Это елки-палки. Это не крошка картошки, это елки-палки. Нормально. Особенно селедочка. И холодец тоже. Видите, сколько этого? Это же вот все суставы и связки. Холодец. По поводу еды, в смысле воды перед едой, я всегда запиваю. Я уже всем говорил, я пью воду перед едой минут за 10, за 15 обычной воды. А потом еще все время запиваю. У меня с желудком вообще все отлично. Все усваивается, никаких гастритов и язв нет. Вот те люди, которые не запивают водой еду, у них одни гастриты и язвы.
Что думаю про гормон женщине в целях омоложения? Ну, как бы, одно дело то, что я думаю, что это, если есть средства, почему бы и нет? Мало того, что омоложение, так еще и регуляция жира в организме местная. Но если честно, я бы, наверное, все-таки не стал бы я, наверное, советовать, рекомендовать. Почему? Потому что, ну его нахер. Женщине в 50 лет я бы порекомендовал ходить регулярно в тренажерный зал. Вот. Это однозначно. Вот это омоложает 100%. Это 100% лучше любого гормона. А по поводу креатина я общался с лифтерами. Ну, как бы, по-моему, у них средняя продолжительность приема у большинства где-то 2 месяца. Месяца 2 где-то. Привет. Привет. Я не успел прочитать. А что за фильм «Экипаж»? Не знаю пока. Не смотрел рекламу. Мы в те выходные ходили на книгу «Джунглей». Нет, МКС сегодня не закрыт. До МКС надо добраться еще. Нет, Хаммер в грязи испытать желание не появилось. Это не мое. Вообще ни малейшего. Даже не думал об этом никогда. Маугли, классный фильм. Мне понравился. Ну, такой детский, конечно. Мне понравился. Да блин, я вообще не читаю в последнее время. Вообще не читаю. Я не знаю, где делают Хаммер. По-моему, нигде. У меня Америкос. Дела отлично. У вас как? Да, Сергей. До чего техника дошла, да? Привет, привет, спасибо. Ребят, по поводу машины каждому свое. Я тащусь от Хаммера. Просто тащусь. Это вот. Обычно покупаешь машину по тем возможностям, которые у тебя есть, а сам мечтаешь о какой-нибудь другой, там, о крузаке, о гелике, еще о чем-то, да? А я, в принципе, не особо дорого взял Хаммера, и я очень доволен. Я просто доволен, мне никакую машину сейчас не хочется вообще. А я не знаю, сколько тарелка стоит здесь. Надо посмотреть, сколько телега стоит. Я даже хер его знает.
Она же телега, набираешь сколько хочешь. Я могу здесь сидеть 2 часа и ходить, вот это набирать безлимитно. Что-то рублей 300 или 400 она стоит. Я не помню. Блять, где эта телега-то, мать ее? Я хер ее знает. Как ее найти? Драники, пельмени, вареники. Блять. Хер ее знает, не знаю, сколько она. Рублей 350-400 стоит эта телега. Ходи хоть 10 раз, блядь, набирай. Можно пойти еще набрать, еще. До закрытия здесь сидеть, блядь, пухнуть. Холодец очень полезный, кстати. Очень полезен. Спасибо. Я уже почти все съел. Да, на массе. Да нет, я одну тарелку съел. Я не пойду за второй. Мне этого достаточно. Я сейчас дойду до машины, еще аминокислот 20 штук закину. Бананчик съем еще. Что там Гостюнин, куда меня вызывает? Ну-ка, я что-то пропустил. Куда меня Гостюнин вызывает? Да ладно, правда что ли? Где? Это... Где он меня вызывает? Ребята, где Гостюнин? Что там? Ставка мой зал. А от него какая ставка? А, он сказал, что один раз у меня выигрывал уже. Это было в Сыктывкаре. Когда мы поехали жирные, как свиньи. Вот. Так что он там... Мало ли, что он там... Когда у кого там выигрывал. Ставка мой зал. А с него какая ставка? Баночка Energy Diet. Баночка Energy Diet против Inferno Fitness. Да ладно, где? Скиньте видео мне ВКонтакте, где он это сказал. Я поугараю. Меня провоцируют, да я угораю. Что-то он той осенью готовился. Не то, что до России, даже на Питере там особо ничего не показал. Да какая звездная? У нее там до звездности, блядь. Я все подряд хаваю. Да ладно, хорош угорать. Покажите перископ. Если он такое сделал, я же должен это увидеть. На самом деле, это я предложил. Если вы помните, я предложил такой вариант.
Вот. Кстати, видать, его совсем накрыло, потому что он же пропагандирует то, что он теперь на Energy Diet готовится. Без химии там, без всего. Какие шансы химика Водянова против натурала Energy Гостюнина на сцене по бодибилдингу? Я думаю, навешает Миронов. Реально, думаю, навешает. Если бы это произошло, я думаю, что навешал бы. А если он... Если ставка мой зал, то он опять химичить будет. А он-то что поставит? Он-то что поставит? Какой противовес-то? Что он хочет взамен поставить залу? 20 миллионов поставит на кон? Деньги и машину. Сколько денег он? Ему надо 20 хаммеров поставить против моего зала. Паш, я это в ёлках-палках. Да, конечно, в жопу его. Это все ерунда. Я свое мнение о нем сложил. Дурачок он, вот и все. Да это ж тема номер один. Надо же подогреть. Понимаете, сейчас же вот эта вся ботва, она сейчас в интернете выложится и будет опять подливаться масло в огонь. Понимаете, для чего это делается? Поэтому... Мне смешно, просто смешно. Сейчас поднарежут еще. Вот сухой, поэтому и жру все подряд. Я не знаю, когда подготовка. Я когда тренируюсь, я всегда готовлюсь. Это самое... Блин, что-то хотел сказать. Я это мясо стал смотреть с первого ролика, потому что когда мы с ним выступали в Сыктывкаре, как раз буквально через несколько дней он выпустил первый ролик. У меня канал уже чуть раньше был, а он выпустил чуть позже. И на тот момент мы с ним хорошо общались и в Сыктывкаре. И в первом видео он сказал, что типа мы с ним не были предупреждены о турнире. Поехали туда жирные, поэтому Зебль там выиграл. Ну, такого плана. Ролик там был первый. И потом понеслось. Я убивал время, просматривая мясо по ГОСТу, когда сушился к Арнольду в 2013 году. И тогда... Мясо мне помогло убивать время на кардио, но подзаебало это потом очень быстро. Вот. А Пьюр ничего не думаю, что о нем думать. Не так. Болгария, привет. Народ-то сколько сегодня? Да, короче, качок, все ясно. За Адама Абакарова болею.
На массе 2-3 раза в неделю кардио по 40 минут. Какое кардио лучше, ходьба или велик? Секс. О, вот она появилась. Ты где лазишь, эй? Я в елках-палках сижу здесь, жду тебя. Ой, привет, привет. Ты где есть? Вон, Ксюха здесь подсматривает. Да нахер он мне нужен, этот Гостюнин и бой, шизофреник этот. Нахуй он мне нужен, сдался, блядь. Куда к тебе? Ты где? Давай ты ко мне. А ты где? Ксюха, а ты где? Какой этаж, какой этот магазин? Первый этаж, это где, в Пассаже или в Колумбусе? Мы в Колумбусе и на Пражской. Первый этаж, Колумбус, первый этаж. А какой магазин? Не Ксения Ас, а Ксения С. С – это первая буква. Нет, это Колумбус на Пражской. Здоровый торговый центр. Ксюш, какой магазин у тебя там, ё-моё? А почему бы и нет? Ксения Ас, Ксения Поп Ancient Dem. Ага. А ты там долго еще? Может, я тут посижу пока. Я покушал, я в елках-палках. Я ж тебе написал. Ты сиди, сиди. Так идти или сидеть? Что там? Давайте уже это сам. Да я уже покушал. Кстати, через 20-35 минут магазины закроются. Да нет, что-то я не хочу больше есть. Я сейчас пойду это аминокислот лупану. Кто любимый билдер? У меня любимая Ксюша, а не билдер. Да ладно, не надо мне такие эти самые лучшие в мире. Там я не очень это не люблю дифирамбы. Просто лучшее во вселенной достаточно и все. Я не люблю дифирамбы. Почему кредитки пиздец? Какие аминокислоты? У меня в машине Гаспари двухграммовые, баночка еще завалялась. Грин или Филхит? Конечно же Филхит, однозначно. О! Хотите посмотреть на смерть? Да, Ксю на покупках. Вот она, смерть. Видите? Вот это смерть. Ебучая. Вот она. Маслица. Фу, блядь. Хуй знает какое. Это масло сливочное. Убери с камеры, страшно. Ну да, маргарин, походу. Мороженое можно.
Можно, почему нельзя? Все можно. Походу пальмовое. Но оно такое, мягенькое. Я не хочу к нему притрагиваться, опасно. Дела вообще отлично. Че, от гипогликемии, что ли, грохнуло? Наверное, инсулинчику поставил. Или не пожрал ни хера. Вот и упал. Посчитайте, пожалуйста. Седрик. Ну, Седрик, он прикольный. Но мне кажется, ему в топ-5 не войти. В топ-5, наверное, да, не войти. Уж больно там сильна конкуренция. Уж больно сильна. Седрик вот как-то вроде бы эстетичный, весь такой хороший, но что-то в нем не то. Что-то не то. Понимаете? Вот что-то не то. Короче, телега стоит 495 рублей. Нихуя себе. Я думал, бы подешевле. Блять, надо было 3 тарелки тогда сожрать. Да, да, я импотент. У Ксюхи спроси. Она подтвердит. Вот. Так. Тарелка 495. И морс 220. Хлебная корзинка 80. Итого 795 рублей. Так, блин. Надо, короче, достать этот. Вот, видите, как она выглядит, это все. Ботва. Вон там этот. Там нагружаешь. Вон в той телеге. Вот видите, там стоят эти. Ну, в общем, все знают, наверное, 150 раз были в елки-палки все. Да, блядь. Так, надо денежку положить. Почему один-то, не один? Ну, сейчас один. Так. Сейчас. Отщипну. Денежку. Кого нельзя снимать? Ёлку-палку? А я не ёлку-палку снимаю, я себя снимаю. Какой-то слишком философский вопрос. А, тележку нельзя снимать. Тележку вообще надо взять, прицепить к хаммеру и с собой укатить. Посчитайте. Ребят, телефон новый, на самом деле, я очень расстроен. Я все-таки, наверное, его выкину на Авито, блядь. Неудобный он мне в руках, очень неудобный, блять, просто катастрофически подбешивает. Может, все-таки, может, чехол купить, блять. Кстати, ну, пойду на чехол поищу. У меня без чехла такой, сука, неудобный. Все нажимается. Хочешь нажать какую-то кнопку, нажимается весь экран, кроме этой кнопки. Samsung S7 Edge. Да старый свой, меня он устраивает, у меня Note 3. Я бы Note 5 взял, да и все, и не парился. Ну, блядь, ребят, на данный момент это самый крутой телефон считается. По железу и по всему. По всему. Че показать? Сердечко. Какое нахуй сердечко? Шесть С. Я к айфонам вообще никогда в жизни не возьмусь айфон. С айфонами тема закрыта навсегда. Это все шляпа. Айфон, блядь. Да потому что, блядь. Вот видите, что от айфона все волосы повыпадали. Айфон.
хули толку, блядь, зомбированные все своим айфоном. Я просто, ну, стадо, блядь. Айфонное стадо, маркетинговое. Что такое Apple? Это, блядь, хуево туча маркетологов и никакого собственного производства. Просто куча маркетологов придумали, блядь, короче, одно здание, высотка, блядь, маркетологи, а другое здание, блядь, целое здание, блядь, миллион художников, которые рисуют это ебучее яблоко. Вот и вся компания. Ну вот, поэтому, да, меня эта тема уже задолбала с этими айфонами. Это вечные, блядь, эти... Какой дерзкий, блядь, а? Ёбаный в рот. Вот. Все эти терки айфонщиков и самсунщиков, андроидщиков, все это ебань. О. Ебать, какой дерзкий-то, а? Вот действительно, классика жанра. Классика... Ничего нового, классика жанра. Гоп-стоп, блядь. Так, народ. В общем, не будем спорить, что там iPhone у кого, что насрать. Сейчас 7-й iPhone выйдет, он дрюкнет этого Edge, и все. Да это не девушка, это пидор. Да, в классике перехожу. А потом в мэнс физике. Следующий сезон в классиках, а через сезон в мэнс физиках. В обратную сторону. Да он охуенный, да. Это ж очень охуенный телефон, но он мне неудобный просто. Я... Не знаю, я не могу ответить на вопрос однозначно насчет патриотизма. С одной стороны, да, до глубины своих костей патриот, а с другой стороны, нет. Это долгая тема для разговора. Прям здесь раздеться, что ли, показать, блядь? Покажи то, покажи это, блядь. Привет, народ, привет. Ну, уже сейчас отключаться буду. Я не знаю, сложно ли, легко ли. Все от вас зависит, насколько вы коммуникабельны в этом вопросе. А у меня все отлично. А что за чехол поставили на Edge? Силиконовый какой-нибудь или что? У меня просто реально края, блядь, вот берешь его в руке, держишь, постоянно, блядь, вот все вылетает. Что за чехольчик поставили на Edge? Скажите, пожалуйста. Пойду поищу сейчас. Успею. Сегодня трансляция, не знаю, наверное, будет с МКС, может и не будет, хер его знает, посмотрим. Что ел, то уже съел. Ладно, вот вам баночка. Я пошел. Баночка. Блять, это маленькая баночка. Вот. Стрёмная банка. Тренировки. Потому что решил забить на перископ на тренировках. Потому что отвлекает. Связь херовая у нас в зале. Отвлекает и, короче, бесит меня там.
Время тренировки в 3 раза дольше становится с перископом. Все, ребят, давайте, ладно. Я сегодня записал ответы на вопросы, которые в Инстаграме там писали. Я пост удалил. Сегодня залью на канал. Вот. Так что вот так. Черный, четкий. У меня есть золотистый телефон. Ладно, я пойду чехлы посмотрю. Все, давайте тогда. Ребят, всем пока. Спасибо, что были на трансляции.